2 августа глава района Андрей Дорошевский провел личный прием граждан. Жители задавали вопросы о проблемах в сфере земельных отношений, дорогах, благоустройстве и газификации ФАПа в станице Убинской. Проблемы, с которыми обращаются жители к главе, наболевшие и требуют вмешательства властей. На приеме присутствовали профильные специалисты. На месте они давали пояснения и консультации. Часть вопросов Андрей Дорошевский взял на личный контроль.